Всем привет! И да, на этом канале очень давно не было роликов, но вот я решил. Я решил, почему бы мне не высказать свое очень-очень важное и абсолютно всем нужное мнение об играх, которые я проходил. И что ж, я попробую в этот формат. Приступим. Vampur, в народе кровосися, игра разработана Dontnod Entertainment, это французская студия, которая известна по хиту среди девочек-подростков Life is Strange, и выпущена игра Vampur в 2018 году. И лично для меня игру можно описать полностью одним словом – неоднозначность. А вот почему, вы поймете далее. Но сначала я хочу отметить две худшие стороны игры. Это боевка и душниловка. Боевка в игре, мягко говоря, сосет. И была попытка сделать механику боя а-ля Souls-like. Но, как я уже отметил, разрабы — это создатели Life is Strange. Помимо нее известны по играм Tell Me Why и Captain Spirit, а отсюда мы понимаем, что их конек совсем не Souls-like. И в бою это весьма ощутимо. Enemy Napись может нанести тебе урон, стоя спиной к тебе, или задамажить тебя, когда ты телепортируешься. И это немножко бесит. А управление главным героем не назвать отзывчивым. А чувствуется задержка между тем, как ты нажал клавишу и когда главный герой выполнил команду. И это тоже раздражает, а иногда даже конкретно так и решает. И как бы ладно, такое мы уже видели в Lords of the Fallen. Это еще одна не особо успешная Souls-like игра, если что. Но вот игра построена на таком столпе, что ГГ всегда слабее врага, если не идет по темному и кровожадному пути. И в совокупности эти два момента просто разрывают жопу. А теперь поговорим о душниловке. И тут тоже неоднозначный момент, но да, игра душная. Очень много бэктрекинга, очень много диалогов, и казалось бы, это не так-то страшно, Resident Evil нас закалил в бэктрекинге, но приходится часто бегать туда-сюда по Лондону, а там куча врагов, которые респятся каждый раз, когда ты вышел из района. Что опять же Souls-like, да? Ну вы поняли. И опять боевка, и опять горит жопа, сами локации очень запутанные, и добрую часть времени по началу игры ты будешь плутать и снова драться, и драться, и драться. И вот эти два момента для меня являются очень провальными, но теперь мы перейдем к плюсам этой игры. Атмосфера. Игра чертовски хорошо передает мрачную атмосферу Лондона 1918 года в разгар пандемии. Темные готичные улицы, охваченные инфлюенцией, голодом и нищетой. Трудно передать словами, но атмосфера захватывает тебя в самом начале игры и не отпускает даже после ее прохождения. Саундтрек. Он написан очень грамотно и четко. Тоскливый, мрачный эмбиент с симфоническими элементами, что сильнее утягивает тебя в атмосферу и помогает почувствовать все настроение игры. В общем и целом, Оливье де Ривьер – мое почтение. Внешка. Игра красивая, и видно, что над ней корпели, старательно рисовали город, улицы, персонажи и прочие элементы. Художники превзошли все мои ожидания. А теперь поговорим про геймдизайн. И задумка игры просто бомбезная. Вот в чем соль. Вы врач и гуманист Джонатан Рид, который по воле случая стал вампиром. И уже тут начинается эта самая неоднозначность. Выпивая кровь горожан, вы получаете экспу, за которую качаете навыки. И чем больше вы пьете кровь, тем вы сильнее становитесь. И тогда вам будет комфортнее и проще играть. Но есть одно «но». Это приведет к плохой концовке, ведь это идет вразрез с характером главного героя. К тому же, чтобы получить максимальное количество опыта за Непися, нужно выяснить о нем все.
сделать все его побочки, если он болен, даже вылечить его. И в процессе этого вы задумываетесь, а зачем мне его убивать? Он ведь достаточно хороший человек, и он достоин жить. Да, в этой игре фундаментальная механика – социальное взаимодействие. Даже отбитый негодяй, если узнать о нем максимум, может оказаться не таким уж и плохим, и убивать его становится жалко. И только не убив ни одного гражданина, вы получите идеальную концовку. Ах, да, их тут аж 4. Идеальная, хорошая, плохая и ужасная. И какая концовка вас ждет, отображается заранее на глазах главного героя. Чем дальше они от нормального человеческого вида, тем хуже концовка вас ждет. Но тут встает вопрос о том, дойдете ли вы вообще до конца, если стремитесь к идеальной концовке. Ведь, как я уже сказал, сосать кровь, в игре это называется объять, это основной источник экспы, а враги сильнее вас всегда, а боевка сосет жопу. Вот вам и неоднозначность. Так что по итогу? А то, что игра не просто неоднозначная, она сама по себе про неоднозначность. Ты хочешь быть сильным и комфортно пройти игру? Пей кровь, получай плохую концовку. Хочешь отыграть ГГ таким, какой он есть по своей натуре? Вот тебе путь добродетели. Лечи горожан, помогай им, улучшай состояние района и получишь хорошую концовку. Но сгоришь от сложности напрочь. Главный герой – это неоднозначный персонаж. Неписи тоже. В игре нет черного и белого. Есть только серый мрачный Лондон, болезнь и отчаяние. Выкручивайся. Бесила ли меня игра? О, да. При 20-м трай босса хотелось сломать геймпад пополам. Получил ли я удовольствие от игры? Еще какое. И я могу смело советовать попробовать эту игру вам. А на этом все. Я надеюсь, получилось, ну, хотя бы не так уж и плохо. Спасибо всем, кто потратил время, послушал мое бла-бла-бла. И подписывайтесь от канала, ставьте дизлайки и всем всего самого крутого.